Популярная в эпизодических ролях актриса Галина Стаханова призналась, что ей не на что жить. Нищета. Вот квартплаты, телефон, свет, внучке немножко подкинуть, маме на магазинчик дать. На аптеку много очень идет, рассказала женщина. Также 82-летняя актриса поделилась, что ей приходится содержать еще и дочь с внучкой. Но чтобы справиться с безденежьем, женщина соглашается на любые съемки. Галина Стаханова иногда покупает лотерейные билеты в надежде на удачу.